Мечта детства может привести к трагедии, если относиться к ней безответственно. Сегодняшняя ночь в Иркутске вновь отметилась аварией со смертельным исходом. 34-летний водитель мотоцикла выскочил на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. От полученных травм мужчина скончался на месте. Шофер большегруза не пострадал. Выяснилось, что владельца мотоцикла не было прав. Другой инцидент с двухколесным транспортом произошел в Черемховском районе. Там проезжую часть с большегрузом не поделил 13-летний подросток. Он получил ушибы, но остался жив благодаря реакции водителя грузовика. В отношении родителей горе-байкера составлены административные протоколы. Вообще сейчас мотосезон подходит к своему логическому завершению и не с самой утешительной статистикой. С начала текущего года на территории Иркутской области зарегистрировано 161 дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта, в которых 20 человек погибли, в том числе 4 ребенка. 174 человека получили травмы различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции не рекомендуют управлять мототранспортом ввиду неблагоприятных погодных условий и отрицательных температур. Уголовное дело о смертельной аварии, виновником которого стал 17-летний подросток, сейчас рассматривают в Братске. Напомним, инцидент произошел летом. Молодой человек вместе со своим приятелем ехал на двухколесном транспорте. В какой-то момент юноша не справился с управлением, его выкинуло с дороги на обочину. В результате 15-летний пассажир получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался. За нарушение правил дорожного движения и управление транспортом без водительских прав, что повлекло смерть человека, обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.